Улыбнитесь, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Wolf Tales. И сегодня понедельник, а это значит, мы будем открывать сундук чемпиона в нашей гильдии. Посмотрим, что же нам сегодня выпадет. Во-первых, я хочу поблагодарить всех участников гильдии. Особенно, давайте, наверное, выделим тех, кто больше всех набрал очков на прошлой неделе. Это я не могу прочитать имя, почему вы все время их меняете. Хлорин или Хлорайн, не знаю, 10 тысяч очков набрала. Журавлик 8 тысяч, как всегда, тоже на высоте, молодец. И Виверна 15 тысяч очков, хочу поблагодарить, конечно же, аплодисменты. Молодец, большая, ну и также всех остальных. Кэтнис, по-моему, сегодня я ее повысила, 6 тысяч очков получила. Котосика я повысила до суперкота. То есть, если 5000 очков набираете за неделю, то получаете звание суперкота, за 10 тысяч очков звание генерала. Ну что ж, давайте теперь, наверное, перейдем к сундукам. И у нас... я хочу сказать, что у нас освободилось место. То есть, не освободилось, а появилось одно дополнительное за 29 уровень. Совсем недавно мы перешли на 29 уровень. И нужно будет за уровни тоже награду забрать. Давайте заберем награду за уровень. Так, нам тут дали серебряный сундук, окей, забираем. На 30 уровень мы уже гарантированно получаем фантастического волка. Жаль, что только волка, потому что мне не хватает фантастического мишки, по идее. Ладно, давайте заберем серебряный сундук, не будем жаловаться. Так, обычный дракон, мифические ресурсы, редкие ресурсы и все. Ну, как всегда, ничего интересного. Так, переходим за еженедельные сундуки. К сожалению, мы набрали только 8 уровень. Вот, а за 8 уровень нам что дают? 2 золотых, 1 серебряный. Так что мы сейчас откроем 2 золотых, 1 серебряный. Хотя я не помню, может быть, мы уже и 9. А, нет, мы набрали 9 уровень сундука, а я не заметила. Я вчера вечером не заходила в игру, и я заходила, наверное, только утром. А утром был 8 уровень сундука. Это очень хорошо, что мы все-таки достигли 9 уровня. Сейчас, значит, сможем... получить очень много награды. Это 3 золотых сундука у меня летит. И фантастика, я вижу, одна фантастика. Смотрим. Замороженный мишка 74 уровня. Ну вот, жаловалась я, что у меня нет фантастического мишки. И теперь у меня он есть. Какой он классный, слушайте, ну прям зимний мишка. Ого, ого-го. Я такого, кстати, не видела. Красивый, слушайте, сейчас надо будет за него поиграть. А, нет, он маленький еще, он должен же вырасти. Наверное, не получится за него поиграть, но классно. Так, еще... Ничего себе, сколько мишек-то. Вот это да. Так, и 500 очков гильдии гемы, к сожалению, не дали, но зато мишка. Здорово. Впервые мне фантастика, кстати, выпадает в еженедельных сундуках. Так, и премиум животное в этом сундуке, в сундуке чемпиона... у нас есть возможность получить грифона, это преобразование в эликсир грифона, это, конечно же, очень круто. Получить есть возможность злобного тигра и, ну, я бы еще хотела, конечно, компаньона дракона, ну и 500 гемов бы я тоже хотела. Я хочу все, что здесь есть. Ладно, все, поехали открывать. Открываем сундук чемпиона, тоже пропускать не буду. Грифон, ну грифон это, конечно же, вообще предел моих мечтаний, это было бы очень круто. А я не вижу, что прилетела фантастика, к сожалению, нет фантастики. Эх, не везет обычный. Ну, валюту мне дали, 500 гемов. Вау, у меня теперь 1228, чуть-чуть осталось накопить для того, чтобы сделать призыв крылатого животного. Это очень круто. Так, у меня здесь кто-то уже просится в нашу гильдию. 28 уровень. Но я еще подожду ваше предложение, потом уже из списка выберем кого-нибудь. Здесь вообще даже ник не прочитать. Вы не пишите такие ники, которые невозможно прочитать. Это, ну, это не очень, конечно же. Так, давайте, наверное, выберем сейчас мишку. Поставим наставника, да, для него, для малыша, для того, чтобы он быстрее вырос. Можно будет вообще с ним вместе побегать. Так, снеговичок у меня здесь бегает, прыгает тоже вместе со мной. Нужно зайти в логово. Давайте зайдем в логово. Отлично, у меня здесь столько мишуток. О, привет, ночка, привет, привет. Давайте напишем, давайте ответим. Кто ж утром рано-то не спит, я рано снимаю. Так, это я на английском, да? Нужно на русский перейти. Сейчас, минуточку. Привет.
Поздравляю. Ой, ну спасибо большое. Спасибо, спасибо. Как раз про это сейчас и говорили. Спасибо. Так, окей. Сейчас я хотела поставить наставника, да? Для нашего малыша. Это наставники, наставники у нас здесь. Выберите взрослого. Может быть, я его к себе поставлю? Ну, как вы думаете? Чтобы с ним потом побегать и быстрее он так вырастет. Мне кажется, так будет лучше. Ну, он такой маленький. У меня 80 уровня мишка. Да, даже, по-моему, 83 или 84. А этот всего лишь 74. Начать обучение. Теперь последует за вами. Спасибо большое. Так, ну все, я 84 уровня, а он 74. Представляете, сколько его еще времени прокачивать нужно будет, чтобы он достиг хотя бы такого же уровня, как у меня. Вот он. Ха-ха, уткнулся в попу к маме. Ой, вы посмотрите, от него еще идет метель. Вау, такой холод, бррр. Очень классный мишка. Так, а за сколько времени ты свою гильдию докачала до топ-100? В принципе, она мне, по-моему, сразу была топ-100 в первую неделю. Да, мне кажется. Я уже не помню, нужно будет посмотреть видео. Вот, видео, скорее всего, нужно будет посмотреть. Мне кажется, в первую неделю мы уже стали топ-100. Быстренько очень. Так, можно было бы, конечно, куда-нибудь переметнуться на середину карты, где у нас посильнее враги, и тогда быстрее у нас будет прокачиваться детеныш. Хотя, в принципе, у нас уже 2%. Неплохо. Так. Ну, давайте-ка... А, вот здесь можно поохотиться тоже. Кагуары. Эй, вы где? Вот они, кагуары. 5%. Ну, так, в принципе, докачаемся очень быстро и ресурсы как раз пособираем. И у нас мишка станет взрослым. Скорее всего, я это сейчас сделаю на паузе и потом вернусь к вам уже с прокачанным мишкой, да? И можно будет за него чуть-чуть поиграть. Скорее всего, так и сделаем. Вы знаете, то ли произошел какой-то баг, но буквально через несколько секунд он у меня почему-то вырос после того, как я нажала на паузу. Прошло секунд 20, наверное. Подтверждаем, конечно же, хотелось бы на него переключиться. Давайте переключимся как раз. Так быстро он вырос, я даже не поняла, что такое, что произошло, никаких сообщений не было, он просто исчез и все. Приветик большой, вот такой вот он классный, вау, ой, ну он мне очень нравится, я теперь с удовольствием буду играть за мишек. А то, знаете, мишки считались моим не очень любимым животным, потому что у них нет телепорта при ударе. Ну, теперь зато у меня есть классный скин, именно зимний, всю зиму можно будет за него играть. И нужно, конечно, прокачивать до 84 уровня, до 85 хотя бы. Здорово. Ну что ж, надеюсь, вы рады за меня, поделилась с вами такой радостью, я безумно рада. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны. Пишите также, что выпало вам в сундуке чемпиона, если вы его открывали. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.